Приветяные романы. Итак, как сегодня воскресенье, я решил съездить в церковь, помолиться Богу, попросить у него благословения, сил, ну, и всякого такого. Вот я уже с первыми лучами солнца вышел из дома. Сейчас где-то 6:30, ну, 6:45, скоро 7 часов утра. Так, заводим машинку, разогреваем буквально несколько секунд, где-то секунд 10 также, чтобы быстро выехать, потому что сегодня воскресенье, многие ездят тоже в церковь, на дачу. Не хочу я стоять в пробках. Ладненько, даже нет времени у меня разогревать мотор. Едем мы с вами в Заурье. Довольно далекая дорога. Ехать нам далеко. И вот уже я уже на главной трассе. Утром было 1 градус мороза и никакого снега, представляете? Что с погодой? Фиг знает. Также в воскресенье поезда редко ходят. Тут лучше четвертую передачу и выше не включать на таких вот поворотах. Вот видите, я на встречку выехал. И прикиньте, если бы еще по встречке ехал легковой автомобиль. Ну, вообще автомобиль. Про легковушку, точнее про фуру, грузовик, я вообще молчу. Так, не будем рисковать, лучше сбавить скорость. Капец, я мазохист, на своем стареньком капиндосе наяриваю 140 км в час. О, горка пошла. Надеюсь, там ментов нету. Плакала моя подвеска.
Я, наверное, сейчас сокращу путь по проселочной дороге. Где она тут? Сейчас должна быть. А вот и она. А, нет, тут не проселочная дорога. Нормальная. Нормальная. Правда, здесь ямы. Надеюсь, у меня с колесами все будет хорошо. Ой, ямы пошли, отлично. Ямы стараемся всячески объезжать. Видно, что тут фуры часто ездили. И ездят по сей день, наверное. Ой, яма, блин. Опция. Какой крутой поворот, вы только посмотрите. Не дай бог тут ехать на пятой передаче. Хотя на третьей меня не очень-то и занашивало, заносило. Хотя на встречку я чуть-чуть выезжал, чуть-чуть. Тут тоже крутой поворот, боком такой вхожу в поворотик. Но мне нравятся острые ощущения. Посмотрите, как я плавненько, чётенько вклиниваюсь в поворот на пятой передаче. Вот и церковь. Господи, благослови мне нормально доехать и не ушатать мою машинку. А, тут припаркуюсь.
Нормально, и так сойдет. Ну что, хорошо припарковался. Так, а вот и церковь. А смотрите только, какой здесь красивый вид. Ля какой. А там леса, поля. Вах, как красиво-то. И тут тоже неплохой вид. Так, Ром, давай быстрее заходить, пока тут народу много нету. Так, на часах у меня пока что 13 часов дня. Ну, долгенькая дорога. Ладненько, вхожу.